Добрый день. Сегодня 29 декабря, воскресенье. Я направляюсь на обход по территории. Вот. Сегодня последний охотничий день в этом году. Ну, вот, погода, в принципе, стоит неплохая. Вот, плюсовая, несмотря на зиму. И можно много где заметить. И не. Вот. Даже несмотря на плюс. Вот. А так я обойду территорию по кругу. И вечером подежурю на втором выезде. Вот. Посмотрю, чтобы никто не мог к нам попасть, чтобы провести незаконную охоту. Птичье гнездо вот на кусте шиповника. Точно такое в хорошем состоянии. Вот. Надеюсь, на следующий год его птички подновят и будут заново использовать. Шествуя вдоль донца, вот, встретил двух знакомых рыбаков-спиннингистов. Вот, хотя и говорят, что клёв слабенький, но щучку на 1,5 килограмма поймали. Вот. Внушительно смотрится, конечно. Нахожусь у круглого терна. Вот, собственно, продолжаю путь дальше. Вот, обход территории по кругу. Длительное время дорога вот довольно грязная, потому на ней следы остаются надолго. Вот, и несколько дней назад наш начальник поехался на машине по территории, и теперь сразу видно, вот, ездил ли кто-либо. Но, насколько я могу судить, вот я вчера ходил и сегодня иду. Вот, поверх его следов протекторов других машин нету. Вот, поэтому, по крайней мере, до какой-то части пути я буду знать, что со стороны мостика вот никто не заезжал. Вот, на транспорте, по крайней мере, так точно. Вот. Да и пешком идти тоже проблематично по грязи. Вот. Так что двигаемся дальше. Нахожусь недалеко от озер Рыжеватого и Клешневатого. Вот. И уже, собственно, минут через 10 вот буду в лагере, где можно устроить небольшой привал. Я нахожусь на старом слиянии. Вот, несмотря на неплохую погоду, слава богу, выстрелов не слышно. Вот, по крайней мере, пока что сейчас все тихо и спокойно. Впереди, чуть ниже осин, вот, пасется стадо косуль, вот, прямо на лугу, недалеко от слияния. Вот, интересно, они попадут в камеру или нет. Сейчас будем идти, они почти наверняка меня испугаются и побегут. Да, косули убежали. Вот, в стаде было 4 или 5 особей. Что ж, глянем, что будет дальше. А пока будем двигаться по руслу уже скала. Вот. И смотреть на следы. Собственно, вчера я здесь шел. Вот. Встретил одного рыбака, только спиннингиста тоже.
Ну, посмотрим, что нас ожидает сегодня. На стволе американского клена вот нашел такую вот семейку грибов. Я их сфотографировал. Ближе к вечеру отправлю знакомой. Она скажет, что это. Ну, сказала, возможно, это даже могут быть зимние опята. Вот, очень красивая такая семейка. Сейчас сверху камеру заведу, покажу. Опа. Я двигаюсь дальше вдоль русла. Вот. Ну, все пока, слава богу, тихо. Вот. Так что иду сейчас, собственно, к следующему пляжу, где могут быть рыбаки. Вот. А потом буду двигаться к заезду в луг, именуемый колесом. Несмотря на воскресную погоду, вот на пляже рыбаков нету. Вот, хотя здесь часто ловят на окуня, на живца. Вот. Люди с собой даже. Вот. Ну, процесс это длительный, это не спиннинг, где по всему берегу ходишь. Вот. Ну, поэтому они тут себе уже устроили и кострище более-менее постоянное, небольшой запас дров. Вот. И даже оставили какие-то мелкие вещи. Вот. Ну что ж, двигаемся дальше. Недалеко от пляжа свежий, постоянный, в смысле, вот выход бобров. Вот, трава вся зализана, потому что они имеют тенденцию так спускаться. Вот. И прямо вот рядышком совсем свежий вот бобровый погрыз. Вот, вот все аж зеленое, не успело потемнеть. Вот, скорее всего, даже этой ночью сделали. И тут же рядышком вот на этом же дереве вот забавные такие вот грибы растут. Да, определенно зима в этом году началась теплая. Вот, надеюсь, такая и продолжится. Вот. Ну что ж. Да, а если посмотреть дальше, вот идет бобровая тропа, по которой он и сюда, и здесь вот погрызы, которые я показал, делал. И дальше. Ну, вот их здесь, в общем, немало. Ага, а вот еще оранжевые грибочки. Я так понимаю, это все те же, просто в более нормальном виде. Вот. Один из видов печеночных грибов. Вот. Учитывая теплую погоду, он вырос совсем недавно, они не очень долго живут. Вот, но этой ночью были заморозки, особенно ближе к земле, и он весь более сейчас твердый. Вот, но оттаявшая часть довольно мягкая. Вот, и на ощупь действительно напоминает какой-то мясной продукт.